Здравствуйте! Сегодня давайте рассмотрим тему, как исправить ошибку невидимости аватарки и других картинок во многих браузерах. Давайте начнем с браузера Google Chrome. Запускаем браузер. Идем к расширениям. Открываем расширение. Перейти в интернет-магазин Chrome. Поиск. В окошко «Поиск» вставляем название, которое будет дано под описанием видео. YouTube Face. И нажимаем на это выделившее окошко. Нажимаем. И ищем, где оно находится. Видите, где оно далеко спряталось, хоть оценка большая. Нажимаем. Установить. Установить расширение, подтверждаем. Расширение установлено. Давайте посмотрим, действительно ли будет отображаться здесь аватарка или нет. Вот в предыдущем не было этой аватарки видно, как видим. Наводишь, нет аватарки. И здесь нет. То же самое. Перезапускаем страницу. Вуаля. Тут и тут аватарки видно. И здесь аватарочки все отображаются. Раньше они не отображались. Закрываем этот браузер. Теперь рассмотрим, как эту же самую ошибку устранить в браузере Яндекс. Там маленечко посложнее все делается. Запускаем браузер. Видим, аватарочки нету ни здесь, ни здесь. Давайте перезапустим страницу, чтобы убедиться, что она не появится опять или появится. Перезапускаем. И как видим, как не было аватарочки видно, так ее и не видно. Переходим на вкладку «Настройки». Расширение. Опускаемся ниже каталога расширений. Здесь вставляем название, которое дано под описанием видео. Тут необходимо держать мышку на одном месте или уводить вправо. Вставить. И сразу вправо увели мышку. Иначе, если мы коснемся какого-нибудь этого слова, которое здесь дано в контекстном меню, то, соответственно, тяжело нам будет выйти на ту страницу, в которую нам необходимо зайти. Нажимаем Enter. Опускаемся ниже. Проверим в другом месте. Вводим то же самое название. И здесь, как видим, уже появилось название YouTube Effects. Нажимаем на него. И оно здесь на первой страничке. Вот оно. Давайте запустим его. Установить. Установить. Все установлено. Так быстро все это установлено. Давайте проверим, действительно ли все так быстро установилось. Открываю страницу YouTube. Как видим, как не было тут аватарочки, так и нету аватарки. И тут то же самое нету. Необходимо обновить страницу. Обновляем. Все нормально. Вот так каждый сможет восстановить ошибку, которая появилась на многих браузерах невидимости аватарки. Аватарка работает, и никакого замедления в работе с этими браузерами не было мною замечено. Все работает успешно. С вами был канал «Все своими руками 36». До свидания.